Тех, кто торгует незаконно, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Рейды по выявлению таких продавцов проводят ежедневно во всех районах Новосибирска. По постановлению мэрии, из-за угрозы коронавируса все ярмарки в городе должны быть закрыты. Однако некоторые не соблюдают предписания. На сегодняшний день могут составляться штрафа 2, то есть за несанкционированную торговлю по статье 9.1, как сказал, и за нарушение режима самоизоляции также может составляться административный протокол полиции. То есть, в принципе, на одно и то же лицо может накладываться 2 штрафа. В этом году в Ленинском районе провели более 30 таких проверок, выписали штрафов на 250 тысяч рублей. Пока оплатили меньше половины. Служба судебных приставов со взысканием не справляется, сейчас ее работу усилит. У представителей районной администрации нет полномочий по установлению личности нарушителя. Составить административный протокол и взыскать штраф они не могут. Для этого к рейдам необходимо подключить сотрудников полиции. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.